Приветствую подписчиков канала «Уральская усадьба». Приехали, мы сегодня разгрузились, начинаем монтаж теплицы «Капелька 2М». Обо всем подробней будет рассказано. Собрали каркас. Обшили торцы. Сейчас будем собирать двери, обшивать, перекрывать теплицу сверху, везде. Фундамент клиент сам собирал. Закончили монтаж теплицы «Капелька 2М». 2 на 3, 3 метра в длину. Не очень большая. Клиенту, но клиенту достаточно, симпатично очень смотрится. Так, значит, в двух словах, фундамент клиент сделал сам из бруса 150 на 150. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20 на 40. Поликарбонат 4 мм актуальбио. Значит, с обоих торцов цельная дверь. На торцах резиновый уплотнитель, крючочек. Чтобы ветром не сдуло дверь. Здесь укосины для большей жесткости и две нитки системы подвязки. Колышки в землю. Теплица стоит мертва. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, показывайте металлоконструкции. Всем пока!